Друзья, всем привет! Сегодня будем делать самоделочку. Самоделка у нас будет вот из такого анкера. Самоделка довольно-таки простая, и поэтому давайте уже не будем затягивать и приступим к изготовлению. Первое, что нам требуется, это разобрать анкер. И в центре анкера просверлить отверстие.
Итак, друзья, вот что у нас получилось. Заготовки обработали. В принципе, нашу самоделочку можно собирать. У нас получился вот такой вот цанговый зажим. Например, можно ставить надфиль. В первую очередь я для них и делал надфиль и затягиваем. Все, можно работать. Вот такая вот получилась ручка для надфиля. Так, ну и можно затестить наш зажим. Зажимаю все крепко, ничего не вылетает. Ну и сейчас давайте еще попробуем, зажмем сюда пилку от лобзика. Посмотрим, как будет зажимать ее. Убираем. Ставим нашу пилку и затягиваем. Так, ну и что, можно попробовать. Как видим, ничего не вылетает, зажимает все крепко. Вот такой вот у нас получился цанговый зажим. Работать одно удовольствие. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!